Здравствуйте! Лето – это время, когда необходимо запастись хорошим настроением, витаминами и кулинарными впечатлениями на весь год. Крымская кухня предлагает вам свое дополнение к летнему меню. Необычное блюдо из обычных ингредиентов для нас сегодня приготовит научный сотрудник Крымского этнографического музея и автор сайта «Гидвкус.ру» Елена Лагода. Что приготовите? Сегодня мы приготовим мясо в соусе цахтон и молдавские лепешки плачинды. Цахтон – это осетинский соус на кисломолочной основе с обилием трав и пряностей. Мясо в этом соусе – это превосходная закуска, настоящая кавказская свежесть и бодрость. Этим соусом можно заправлять не только мясо, но и рыбу, а также овощи. Его даже вкусно просто намазать на хлеб. Сейчас мы приготовим говядину в соусе цахтон. Цахтон – это осетинский соус, очень популярный у разных народов Кавказа. Настоящая кавказская бодрость и свежесть, потому что он на кисломолочной основе, и в его состав входит обилие трав и пряностей. И для начала я порезала мясо. Вообще можно брать мясо любое, которое вы предпочитаете. Это может быть и говядина, и курятина, и индейка, и даже можно свинину взять. Но одно условие – мясо должно быть не жирным, потому что это холодная закуска. И поэтому, конечно, лучше взять такой постный кусочек мяса, как вот я взяла говядину. Я его отварила в течение часа до готовности. Конечно, чтобы мясо было ароматным, в него лучше при варке добавить какие-то пряности, травы, например, сельдерей или лавровый лист. Ну и, конечно, в конце мясо обязательно нужно посолить. А сейчас я просто нарезаю говядину соломкой, не крупной. Этот соус очень популярен также и у народов Кавказа, живущих в Крыму. Он готовится, конечно же, на основе каких-то кисломолочных продуктов, простокваши или каймак можно взять. Но я взяла сметану, поскольку это наиболее привычный для меня продукт. Хотя вы можете взять, конечно же, и простоквашу. Мясо вы можете нарезать произвольно, можете нарезать его крупными кубиками. Но мне вот привычнее было порезать его соломкой. Так будет удобнее накалывать его на вилку, поскольку это холодная закуска. Мясо я перекладываю в мисочку. И теперь приступлю к приготовлению соуса. Самая главная пряность в этом соусе – это, конечно же, кинза. Кинза – это вот та самая свежесть кавказская, которая придает этому соусу неповторимый вкус. Я не жалею кинзы, беру крупный пучок. Кроме кинзы сюда еще, конечно, можно добавлять петрушку, укроп, ту зелень, которую вы любите. Можно базилик. Словом, те ароматные травы, которые вы предпочитаете. Сейчас лето, поэтому зелень в изобилии, и с ней не будет проблем. Вы можете брать зелень такую, какую вы хотите, и столько, сколько хотите. Вот просто огромное количество разнообразной зелени. Я добавляю и петрушку, и кинзу, и укроп. Но все-таки самый главный ингредиент – это острый красный перец, потому что кавказская кухня без этой остроты немыслима. Теперь мы нарежем петрушку. Ну, основа этого блюда – это, конечно, сметана и большое количество зелени, просто обилие зелени. Зелень придает свежесть, аромат, и мясо, напитавшись этим ароматом, становится неповторимым. Теперь я порежу чеснок. Чеснок придаст аромат и пикантность.
Я предпочитаю просто мелко нарезать чеснок, не давить его, поскольку, ну, мы знаем, что когда чеснок давят через чеснокодавилку, то у него теряется аромат. Поэтому я предпочитаю его мелко порубить. И даже я его сложу сейчас в ступку, а затем с солью немножечко подавлю. Тогда он пустит и сок, и аромат. Теперь идет красный перец острый. Если вы любите острый перец, тогда не жалейте. Одну-две перчинки спокойно можете добавлять в этот соус. Если вы не любите, тогда можете вообще его не укладывать, а можете заменить его сладким болгарским. Если вы хотите, чтобы был соус не слишком острым, тогда эти семечки все нужно удалить, потому что вся самая острая часть перца заключена именно в этих семечках. Мы сейчас от них избавимся, и тогда красный жгучий перец будет помягче вкусом. И теперь просто тоненько нарезаем, мелко-мелко его крошим, и он тоже будет частью нашего соуса цахтон. Мужчины очень любят остроту этого соуса, поэтому я думаю, что эта пикантность придаст ему определенный вкус. Вот острый перец у нас тоже уже готов. И сейчас я к чесноку добавлю соли и немножечко его потолку, чтобы он усилил аромат. Вот готовый чеснок и красный жгучий перец. Я пересыпаю к зелени. А теперь немножечко потолку орехов. Орехи — это совсем не обязательная часть этого соуса. Вы можете их добавлять, можете не добавлять. Но очень приятно, когда на зубок попадает орешек. Традиционно кавказская кухня использует именно грецкие орехи. Их добавляют в очень многие блюда. Поэтому вот я бы посоветовала взять именно грецкие орехи. Можно очень мелко не рубить, достаточно просто вот так ножом измельчить, чтобы структура орешка не потерялась. И вот теперь, когда у нас уже зелень измельчена, орешки измельчены, перец тоже, добавим немножечко аджики. Вы можете взять и сухую аджику, а можно взять и свежую аджику, пару ложечек. И все это просто хорошенечко размешаем. Аджика, конечно, придает пикантность, аромат. И теперь мы добавляем сметану. Я думаю, что пол-литра сметаны будет достаточно. Но нужно смотреть опционально, то есть нужно, чтобы не превалировала зелень, но и он, чтобы не был жидким. То есть это должна быть консистенция соуса. Вот я вижу, что у меня немножечко недостаточно сметаны, поэтому я сейчас еще добавлю немножечко для того, чтобы получилась консистенция соус. Я добавляю еще немножечко сметаны. Все это размешиваю. Не забудьте посолить соус, потому что соль, конечно, очень важна. Не нужно ни пересолить, ни недосолить, потому что, кроме того, что соус сам по себе как самостоятельное блюдо можно использовать, но он еще должен дать соль мясу, чтобы пропитать мясо вкусом. Поэтому соли должно быть достаточно в соусе. Часть соуса я переложу отдельно, потому что я хочу показать, как его можно еще использовать. Ну а основную часть соуса я уже сюда закладываю мясо, которое будет у нас некоторое время мариноваться в этом соусе. Конечно, все мясо должно быть покрыто соусом. Я его просто погружаю и утапливаю в соусе. По сути, наша закуска готова.
Ей только остается настояться в течение нескольких часов. Как минимум 2-3 часа она должна постоять в этом соусе. И через 2-3 часа уже можно пробовать. Чтобы приготовить мясо в соусе цахтон, нарежьте кинзу, петрушку, укроп, острый красный перец и грецкие орехи. Добавьте измельченный чеснок, аджику и заправьте сметаной. Соединив соус с нарезанной крупной соломкой отварной говядиной, отправьте в холодильник на 2 часа. А также я хочу показать, что этот соус совершенно универсальный. Его можно также использовать и с овощами. Поэтому я хочу сейчас нарезать овощи соломкой, крупной соломкой, и красиво разложить на блюде. И таким образом можно подавать нарезанные овощи как совершенно самостоятельное блюдо. В центре просто мы поставим соус. И приходящим гостям вы можете вот так на стол поставить овощи, соус. И каждый может брать себе кусочек перца или соломки морковочки и макать в этот соус, и получается очень вкусная закуска. Нехлопотная. Овощи сырые, просто помытые, очищенные, нарезанные крупной соломкой. Мы их разложим на блюде. Точно так же мы порежем и огурчик соломкой. Крупной соломкой. Можно взять и желтый перец, для того, чтобы тарелка была яркой. Этот замечательный соус цахтон мы использовали в двух великолепных закусках. Это холодная закуска говядина в соусе цахтон, а также мы просто порезали крупно овощи, и вы можете подать вот таким же образом на стол, и пришедшие гости просто будут брать по кусочку порезанного овоща, макать его в соус, и это тоже прекрасная закуска, предположим, под вино. И я думаю, что в августе, когда наш август выдался таким жарким, вот эти холодные закуски, они будут очень кстати. А теперь я хочу показать рецепт молдавской лепешки плацинды. Плацинда — это на русский манер, а на молдавском языке эта лепешка звучит как плачинда. Молдавские плацинды – это простая и очень вкусная закуска, которая готовится из обычного пресного теста с разной начинкой – от сладкой до соленой. Блюда готовят круглый год, зимой чаще с картофелем, капустой и грибами. А вот с весны, когда начинает появляться первая зелень, плацинды готовят с творогом и большим количеством свежей зелени. Это очень распространенное, очень любимое блюдо в Молдавии. Его готовят с различными начинками. Ну и для начала нужно, конечно же, замесить тесто. Я уже замесила тесто для того, чтобы не тратить время на его замес. И просто расскажу, каким образом. На пол стакана воды одно яйцо, пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки подсолнечного масла для того, чтобы тесто не липло к рукам. Тесто должно быть упругим, не липким, в меру мягким, то есть вот таким, как принято называть, как мочка уха. Вот такое тесто. Его лучше накрывать, потому что оно обветривается. Кроме того, для начинки нам понадобятся яйца, зеленый лук, зелень и соль. Можно, конечно, готовить с брынзой эти лепешки. Это самый распространенный вариант, потому что молдаване очень любят брынзу. Начинка может быть и сладкая, это могут быть и яблоки, и абрикосы, и персики, все что угодно, все, что в данный момент у вас есть на столе. И сейчас мы будем раскатывать лепешки. Этот готовый коржик теста я разделю на 4 части. Таким образом у нас получится 4 лепешки. Если вы хотите больше, то тогда нужно замесить больше теста. И теперь каждый кусочек я буду раскатывать в круглую лепешечку. Немножко подсыплю муки для того, чтобы не липло тесто. Но очень много не нужно, потому что иначе оно будет на сковородке гореть. Раскатываем довольно тонко, потому что
мы будем жарить прямо на сковороде. Это не запекается, а жарится на сковороде, поэтому нужно раскатать довольно тонко. Вообще молдавская кухня включает в себя очень большое количество зелени, брынзы. Это те продукты, которые растут, выращиваются в Молдавии. Это большое количество овощей, фруктов. Ну и также молдаване очень любят изделия из теста, поэтому они готовят много пирогов с различной овощной начинкой. И самая любимая начинка у них, конечно же, брынза с зеленью. Кроме того, молдаване очень любят кукурузу в своей кухне. И, как вы знаете, из кукурузы они даже готовят хлеб, то есть варят кашу, мамалыгу. И когда она застывает, ее ниточкой просто нарезают на ломтики. На эти ломтики укладывают брынзу или сало и просто едят как бутерброд. Для начинки я измельчу вареные яйца вместе с зеленым луком. Это один из вариантов начинки. Как я уже сказала, начинка может быть абсолютно любой. Даже вы можете просто положить зелень измельченную. Измельченный лук, укроп, петрушку. Просто посолить, добавить немножко сливочного масла. И это тоже прекрасная начинка для плачинды. Нарезаем абсолютно произвольно. Можно очень не стараться. В этой кухне специи не так важны, как важна зелень. Молдаване очень любят в своей кухне везде добавлять зелень. Кинзу, базилик, укроп, петрушку, лук. Все, что выросло в огороде. Теперь очередь лука. Его желательно порезать помельче. Лук и зелень – это классическая начинка. Такое количество яиц достаточно. То есть я взяла большой пучок лука и 5 яиц. Теперь я посолю и просто перемешаю. Раскатанную лепешку я нарезаю на лепесточки, как цветочек. Просто делаю надрезы по всему кругу. А в центр выкладываю начинку. 2 ложки. И закрываю каждый лепесточек сверху предыдущего. Естественно, это солярный символ, как у многих народов. Это символ солнца, символ жизни, радости. Таким образом у нас получилась лепешечка. Таким образом залепливаю. И вот получилась у нас лепешечка в виде цветочка. А теперь мы наши лепешки обжариваем на небольшом количестве масла. На среднем огне до готовности, до хрустящей румяной корочки. Укладываем на сковородку цветочком вниз, чтобы сначала запеклась начинка. Для приготовления плацинды, добавив муку, подсоленную воду, яйцо и растительное масло, замесите тесто. Чтобы приготовить начинку, измельчите отварные яйца и зеленый лук. Тесто разделите на 2 части, каждую раскатав в очень тонкую лепешку, выложите начинку и сверните в форме цветка. Обжарьте лепешки с обеих сторон в раскаленном растительном масле. Если лук окажется сочным, выделившийся сок лучше слить, чтобы начинка не была слишком влажной. Поскольку цахтон подают холодным, мясо лучше выбрать нежирное, к примеру, говядину.
Пока готовите начинку, тесто обязательно накройте салфеткой, чтобы оно не подсохло. Укроп можно применить как свежий, так и замороженный. Переворачивать плацинды на сковороде удобнее при помощи шумовки. Вместо сметаны в соусе цахтон можно взять мацони или натуральный йогурт без добавок. Вместо ступки зелень с чесноком и перцем можно измельчить в блендере. В этом случае соль не добавляют. И вот в итоге наши блюда готовы. Это мясо в соусе цахтон и молдавские лепешки плачинды. Традиционно плачинды готовые складывают горкой, стопочкой одну на другую. Когда они горячие, они хрустящие, а когда они немножечко остынут и полежат, тесто становится мягким и очень приятным. Я желаю вам приятного аппетита, я желаю вам крепкого здоровья. Готовьте из крымских продуктов вкусные сезонные блюда. Чтобы приготовить мясо в соусе цахтон, нарежьте кинзу, петрушку, укроп, острый красный перец и грецкие орехи. Добавьте измельченный чеснок, аджику и заправьте сметаной. Соединив соус с нарезанной крупной соломкой отварной говядиной, отправьте в холодильник на 2 часа. Для приготовления плацинды, добавив муку, подсоленную воду, яйцо и растительное масло, замесите тесто. Чтобы приготовить начинку, измельчите отварные яйца и зеленый лук. Тесто разделите на 2 части, каждую раскатав в очень тонкую лепешку, выложите начинку и сверните в форме цветка. Обжарьте лепешки с обеих сторон в раскаленном растительном масле. Даже обыкновенный болгарский перец может вдохновить умелого кулинара на создание настоящего шедевра. Проводим лето с легкостью и со вкусом. До встречи! Лето, ах, лето, лето звезд.